в восторге! Остановите дилижанс сейчас же! Но! Ха! Я смогу тут повернуть! Будем считать, что да! Держись! Давайте, Хас, пора заканчивать. Но! Но! Пошел! Отдайте скрижаль, Дизел! Не выйдет, сынок! Остановитесь! Даже не думай! Вот уж нет! Остановите коней, или это сделаю я! Ты их не остановишь, Ларри! Ты знаешь историю! Они перевозят деньги и останавливаются, только услышав особое слово! Неужели? Например, Дакота! Давайте, Хас. Я освежил знания, по вашему совету. О, и кстати, будьте повежливы при моем сыне. Вперед! Эй, гунны! Скажи Атиле, пусть гунны отведут его в музей, туда, где другие, ладно? Гигу базаза, сесо калуку. И руки-ноги не отрывать, хорошо? Нет. Микака? Макикака. Игу-бугу! Лингау! Ку! Макикака! Лау! Эй, стойте! Стоп! Что значит макакака? Стоп, переведите мне! 1909. Я плыл вверх по течению Замбези, а наш проводник, гениальный пигмей, изъяснялся вот так. Вот так. О боже. Что такое? Надо доставить всех вас в музей. Акменра, ты должен помочь. Скрижаль твоя, ты знаешь, что делать. Надо вернуть всех на место. Та Секерхесер, та Ну, та Татен, Ахменраху. Идем. Кое-кто должен это увидеть. А я считаю, раз Ироду платят такие деньги, он просто обязан приносить своей команде победу. Вы согласны? Интересно, кто за ними какашки уберет? Эскимос? Да. Терракотовый воин? Так. Викинги? Так. Альпака? С возвращением, дамы. Лама? Эй, викинги, секунду. Одна просьба, вы как бы разжигали там погребальный костер в лесу, уберите за собой, ладно? Спасибо. О-о, снова он. Я с ним разберусь. Эй, лось! Не выйдет, милок. Слышишь, я уже сказал, с твоими рогами сюда не войти. Ты и твой дружок Карибу топайте к погрузочной площадке.